Здравствуйте, друзья! Я рад приветствовать вас на своем канале по обзору ICO, где выбираю самые интересные и успешные, на мой взгляд, проекты. И сегодня я хочу рассказать вам о проекте под названием MindMuse. Этот выпуск я разделю на две части, так как информации по проекту очень много и обо всем с вами хочется поговорить. Итак, давайте начнем. Что же такое MindMuse? Немного слов о самой компании. Растущий рост криптовалюты сегодня привел к резкому увеличению потребления энергии для добычи полезных ископаемых в странах с более низкими социальными и экологическими стандартами, где электричество широко производится с использованием ископаемого топлива. Все в моем виду считают, что любой человек из любой точки мира должен иметь доступ и подходить к преимуществам облачного майнинга. Практически и технически майнинг криптовалюты возможен для каждого. После этого мы поняли, что MindMuse – это сервис обученного майнинга криптовалют, предлагающий безопасную и простую платформу для майнинга цифровых валют без необходимости заниматься сложными аппаратами и программными настройками. Если вы хотите инвестировать в майнинг биткоинов, без необходимости управлять собственным оборудованием есть альтернатива. Вы можете использовать облако, чтобы заработать свои токены. Проще говоря, облачный майнинг означает использование, как правило, общей вычислительной мощности, запускаемой из удаленных центров обработки данных. Для связи нужен только домашний компьютер, дополнительные локальные биткоин-кошельки и так далее. Чтобы иметь возможность вести прибыльный майнинг, требуются очень специализированные мощные машины и передовые технологии. MindMuse приобретают оборудование для майнинга напрямую у производителей по сниженным ценам, что снижает общую стоимость майнинга. Горнодобывающая сеть потребляет огромное количество энергии, поскольку ей приходится регулярно выполнять интенсивные математические вычисления, чтобы найти блоки. Эти вычисления для поиска блоков представляют собой математические головоломки, которые майнеру невозможно угадать без большого количества вычислений. Для успешного майнинга блока майнеру необходимо хэшировать заголовок блока таким образом, чтобы он был меньше или равен целевому набору. Далее здесь вы можете посмотреть калькулятор прибыли, сколько вы получите прибыли, какое количество денег вложив, и еще некоторые особенности данного проекта. Стабильная инфраструктура. Дата-центры расположены в более холодных странах регионах, которые предлагают дешевое электричество и оснащены самыми современными майнерами для производства ASIC. Самая низкая стоимость электроэнергии. Горнодобывающие подразделения используют дешевую энергию, которая производится с использованием природных ресурсов, доступных вблизи удаленных мест. Максимальная энергоэффективность. Майнинговые станции хорошо оснащены и имеют все необходимое для идеальной вентиляции воздуха. Помогает охлаждать оборудование. Благодаря этой стратегии достигаются революционно низкие цены на электроэнергию. Также используется электроэнергия через природные ресурсы, такие как энергия ветра, энергия солнца, энергия от биомассы, ископаемое топливо и ветряные турбины. На этом первое видео ознакомительное подходит к концу. И до встречи с вами во втором видео, где продолжим разбор сайта и характеристик данного проекта. Спасибо за внимание и до скорых встреч!